На конкурс «Дети читают стихи» для лабиринт.ру. Читает Трошкеев Даниил, 11 лет, город Новосибирск. Александр Твардовский, рассказ танкиста. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить из тысяч лиц. Узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. Лет 10-12, беду из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках. Таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, сколько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал, они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет, влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка, мины пули свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь, и с разворота заходим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы мяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец. И руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче, как с просонку, и только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить.